Но не всегда, когда все грустно, то на самом деле это плохо. Иногда бывает, что это как раз-таки преддверие к тому, что будет очень хорошо. Ну и чаще всего так и бывает, да? Замечали? В доме тепло, а на улице сыро. Чай с облепихой, печенье, конфеты. То, что нам видится крайностью мира, часто бывает рождением планеты.